затмила всех. 15-летняя дочка Волочковой в косухе и леопардовой юбке пришла на спектакль к маме. Анастасия Волочкова не так давно рассталась со своим таинственным женихом. Больше года она скрывала от всех личность возлюбленного. Примечательно, что из-за появления в особняке балерины мужчины, вскоре дочка девушки Ариадна предпочла съехать. Ее отношения с мамой становились напряженными, а потом отец Игорь Вдовин предложил ей свою помощь. В итоге 15-летняя девочка стала жить с ним и его невестой Еленой. В интервью Волочкова признавалась, что ее наследницу просто переманили. Она отмечала, что ей очень больно. Однако теперь ее отношения с Ариадной улучшаются. Недавно девочка навестила ее в особняке. 18 февраля она пришла на спектакль своей мамы. Как известно, уже второй год Анастасия выступает в шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Наследница артистки облачилась в алый берет, косуху и леопардовую юбку из шифона. Наряд дополнили ботинки на массивной подошве. Как оказалось, девушка пришла поддержать маму, а также представить свой номер. Волочкова показала, как наследница репетирует песню. Саундчек Ариадны и прекрасная поддержка ее песни девочками, написала она в соцсети. Поклонники отметили, что дочка балерины повзрослела. Интересный образ, отлично одеваешься, не стесняйся, голос милый. Ариша такая взрослая уже. Даже приятно, девочка без тату, совершенно женственная. Еще маму затмила, выглядит чудесно. Прическа отличная, такая красотка, прокомментировали пост подписчики.